Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, хлопчики и девчонки. Салют, дядуля Добродей. Салют. Что нового, Топа? Где сегодня бавимся? Ох, я так цікаво час провел. Гульню новую придумал. Правда? Рассказывай, как она называется? Кто? Кого? О, ой, здорово. А какие у нее правила? Вельми простые. Кто кого перекричить. О, саправды простые. Так, починаем на лик три. Ага. Раз, два, три. Мёд! Ага, для Топы. Ну все, я пойшу. Куды? А як же наша гульня? Все, гульня скончена. Я правила еще не до конца придумал. Вот и добра, Топочка. Бо кто кого перекричить, на вас страшно гучить. Тому давай, Топочка, погуляем лепш у веселую гульню. Ай, потом, дядуля Добродей, выбачайте, справа у меня. Хвилинку, Топа. У меня идея. Какая? Мульт. Фильм? Так, и зараз же. Кто за? Ха, я усими четырьма лапами. Ну что ж, куфэрак чароўны, зраби нам ласку, перанеси у цікавую каску. Помню. Дядуля Добродей, так, дык што зараз пагуляем? Я да гульняў гатовы. А, тады пагуляем у самага вядомага на свеце гарэзу. Здагадаўся, хто я? Лепшы ў свеце лятук. Самы лепшы на свеце знаўца паравых машын. Самы лепшы малявальшчык пеўня. Самы лепшы будаўнік вежаў з катлетак. Вялікі выдумшчык і ласун. Карлсон, які жыве на даху. Стоп! Стоп! Чому стоп? Я только разгулялся. Топочка, ну какие мы Карлсоны без моторчиков? И правда. Ага. А где мы их возьмем? Не ведаю. Ой. Ой, так. Ой. О, это не подходит. О, и это... Не тое. Не. Ой, из гэтага моторчик не зробіш. Ой, Топочка, не быць нам с тобой сёння Карлсонами. Не засмучайтесь, дядуля Добродей. Мы будем Карлсонами, только незвычайными, якія умеют летать без моторчиков. Эй! И правда! Опа! Ой, что такое? Мы будем зараз гулять у привидов! Зазвел! В свете привид! Я самый лепший привид! Привид аккуратней! Я самый веселый у свете! Я Карлсон! Я самый горезливый у свете, Карлсон! Самый веселый и горезливый! Будь самым аккуратным! Ты тут такого верхала нарабил! Ну и что? Мы ж гуляем! Ой! Правда! Ну правда! Оп! Ой! Чем это так смачно пахнет? Чим-чим? Плюшками! Як плюшками? Где плюшки? А вот яны! Ой, дядуля Добродей, вызвали тебя я худшее, я плюшка, не хочу почастоваться. Ой! А где яны? Плюшки отрымая только той Карлсон, кто зробить парадок у покой. Это я! Не, я!
такие смачные, духмяные. Ух ты, здорово! А ты ведаешь, ты, Топа, что мы самые лепшие у свете Карлсоны? Так, и зараз, ой, мы будем частоваться самыми смачными у свете плюшками. Ой. А ты ведаешь, Топа, что любят Карлсоны, окромя плюшек? Глядеть мультфильмы. Вот мы этим зараз и займемся. И отпочнем после вечерних полетов. Куферек чаровный, зроби нам ласку, отнеси у цікавую каску. Ну что, Топа, пришел час развитываться с глядачами. Жадаю усім доброй ночи и захопляльных полетов у сне. В очки закрываются, сны каски начинаются. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в куд далекий. Сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша ляты закрывай. Баю-бай.